9 августа стало известно о кончине народной артистки СССР Веры Васильевой. Информацию подтвердили в Театре Сатиры. О причинах смерти 97-летней легенды театра и кино пока никаких заявлений никто не делал. Молчат и коллеги Веры Кузьминишны. Очевидно, новость о кончине знаменитости всех ввела в ступор. И это неудивительно. Несмотря на возраст, Васильева отличалась поразительным оптимизмом и жаждой жить. Она продолжала работать, радуя поклонников своего таланта в театре, и никогда не позволяла себе появиться на публике, что называется, не при параде. Люди привыкли видеть Веру Кузьминишну на каблуках и с неизменной улыбкой, которая с годами так и не померкла. Фильмография актрисы насчитывает более 40 картин. 27 марта 1948 года она стала актрисой Московского академического театра сатиры. За свою жизнь Васильева сыграла свыше 60 ролей. В театре одной из лучших сыгранных ею ролей была графиня Альмавива в спектакле «В. Лучик и безумный день» или «Женитьба Фигаро Бомарше».